твой семейный очаг. Потому что только они будут ответственны за него. Они будут держать его всегда зажженным своим чувством, своими эмоциями, своей жизнью. Поэтому передавайте, пожалуйста, свечи вашим детям. И сегодня они в присутствии всех своих любимых родных людей зажигают свой собственный семейный очаг, который будет гореть всю их долгую счастливую жизнь. Обратите внимание, друзья, горит очаг. И огонь пылает. Это символ дома и любви. И он не угаснет до тех пор, пока их сердца будут любить друг друга. Горит, горит. И не просто горит, а в руках у жениха, посмотрите, одесский маяк. Он никогда не гаснет, он всегда ведет любимых людей в дом. Он всегда показывает дорогу. И окна их дома всегда открыты и зажжены для вас. Ну что, тушите вот эти свечки, ставьте очаг на стол, он уже будет гореть всегда. А я